гусиная лапка клетка. И хочу показать, конечно же, манекены, да, цвет кэмел в одежде. И посмотрите, как оформлены манекены, тоже в зеленом цвете. То есть всевозможные яркие, даже, знаете, такие вот кислотно-ядовитые цвета, они остаются актуальные. Это черная сетка с фэшн-показа. И посмотрите, опять же, наши теди, шубки, они до сих пор остаются актуальными. Дальше мы переходим в зал пальто. Посмотрите, пальто в оранжевом цвете. Тут же подобраны сумочки. Ну, в общем, вот такой вот получается очень красивый шоурум. Да, опять же, фуксия повторяется у нас с вами. Пальто в цвете и зеленый. Посмотрите, какой ядовитый, я бы даже сказала, кислотный цвет. И, в общем-то, ярких тонов хватает. Ну, а тут наши теди. Теди в цвете бежка. Коричневый цвет, да, такой вот светло-коричневый. И пудровый. Пудровые, те дубленки, которые мы привозим сейчас. Вот такие вот цвета. Я думаю, что все это пересекается. То есть мы с вами в тренде, будем радовать вас. И, конечно же, эти цвета будут пересекаться и нашими дизайнерами, которые делают для вас коллекции. Всего хорошего. А у ее мечты есть имя Олимпия. Мы находимся с вами в Милане. И, конечно же, это Максмара. Это те тона, которые будут у нас присутствовать в коллекции на нынешний сезон и на следующий. Всего хорошего!